Всем привет-привет! Сегодня я решила, что, наверное, надо сделать розыгрыш. Я делаю всякие разные поделки. И вот, так сказать, решила сделать такой розыгрыш. Вот я сейчас покажу, что будет участвовать в розыгрыше. Так сказать, ватные игрушки, которые я делала. Вот такая девочка. Вот такая. Это клоун. Клоун. Вот такая девочка. Вот там вот девочка. Вот там девочка с оленем. Это все ватные игрушки. И вот эта девочка. Ну, также в конкурсе будут участвовать, так сказать, я вот такую тарелочку делала. Вот такую вот зимнюю. Это обратный декупаж. Вот такая вот она интересная. Потом будет вот такая вот картинка. Это на такой деревянной штуки, деревянные штуки. Так. В общем, на деревярчике я приклеивала, тут оформляла и вставляла в рамку. Вот такая вот девочка. И еще будет вот такая, девчонки, разойдись. Вот такая вот коробочка. Так, вот она такая. Дамочки у меня. Я же люблю дамочек. Как же. Вот такая коробочка. Это я все делала. Вот такой олень. Я уже показала. Это ватные игрушки. Так, я сейчас их всех расставлю. Так. Условия моего розыгрыша. Подписывайтесь на мой канал. Это обязательно условие. Подписаться на мой канал. Написать «я участвую». Так, и в общем-то все. Подписка и участие. Кто выиграет, тот выберет себе сам, какой ему понравился. Что ему понравилось, тот он и выбирает. Если будет народу много, то будет два участника, который выиграет. Вот такие вот условия мои. Так что давайте попробуем. Сколько? Сегодня такое 11-е. Ну, давайте неделю. Неделю, да? Значит, это числа 18-го мы будем устраивать уже розыгрыш. Какая девчонка вам подмигивает? Девчата! Ну вот, пока все. До новых встреч. Пока-пока.